фиг с ним, это уже традиция. Каждый год перед видеожарой говорит, я буду вести свой канал. Нет, нифига, не верьте мне. Думаю, влог будет веселым, так что погнали. Место я тут был, уже есть моя подпись. Люблю вас. Так, давайте продолжать снимать наш влог. Я сейчас уже нахожусь на платформе «Антилот», там, где очень много еды. Кто еще хочет поучаствовать, пожалуйста, вебкам, добро пожаловать. Залазьте в костюмы и качайте друг друга на этом борцовском ковре. А я пойду дальше, посмотрю, что у нас еще происходит здесь, на нашей локации. Привет всем зрителям канала Полины. Оставайтесь с ней обязательно во всех ее видео. Поддерживайте, лайкайте и будьте веселыми. Улыбайтесь почаще. И сейчас пытаешься найти подругу, с которой вы потерялись конкретно. Ищем нашу Татьяну Бадоеву. Вы ее все знаете с видео, со съемок клипа. Я так понимаю, это было предыдущее видео. Крайнее видео, которое я выпускала на своем канале еще в прошлом году. Мы сейчас с Татьяной Бадоевой. Все ее помните по прошлому видео? Конечно, все помню. Я ее нашла наконец-то. И мы сейчас сидим на конференции, слушаем Яна Топлеса. Мы стафы. Мы крутые. Не болейте. Но я краснословен был в прошлый раз, сейчас я просто скажу, чтобы вы берегли себя, берегли здоровье. Это самое главное в жизни, а все остальное у вас будет обязательно, если верить в это. В общем, мы сейчас сидим в лаунж-зоне блогеров. Татьяна, кушаем. Приятного аппетита, Таня. Спасибо большое. Я хочу вкусный десерт. А у меня десерт тирамису. Бой. У меня все супер, дорогие друзья, с вами тобой видеоблогер. Black Jam. Ну да, это хорошо. Спасибо, спасибо, я очень рад, ребята. У меня десятка. Нет, у меня 9600, давайте наберем десятку. Чего я тебя пиарюсь вообще? Вообще некрасиво как-то. Подписывайтесь на Милену. Блин, чуть не сказал Милену. Полина П, это Полина, Полина, это П. Спасибо огромнейшее за то, что ты меня сюда. Пожалуйста, нет проблем, приходите еще. Между прочим. Что тебе сказать, скажи мне? Что хочешь? На видео. Я давно видео? Я давно не выпускала видео. Как же с таким условием выпустить влог с видео? И что мне сказать уважаемым людям? А что хочешь? Привет подписчикам, прекрасная девушка. Ты забыл, как меня зовут? В смысле забыл? Как меня зовут? Я и не знал. Успокойся, ой. Это все на камеру заснято. Все странно. Мама ли? Это что странно. Привет всем подписчикам Полины Николаенко! Подписывайтесь на ее канал, ставьте лайки, комментируйте влоги. Кстати, мы с Полиной друг друга вообще любим. Очень. Так, стой. Не могу ничего сказать. Хочу, но не могу. Я наговорился. Я 2 часа уже чем-то занимаюсь. Мне сложно, поймите, сложно. Всех люблю. Всем привет! Пусть удача всегда будет с вами. Ян еще. Привет, большой привет зрителям Полины. Мы вас любим. Маленький. Маленький привет от так большого Яна. Да. Спасибо вам, ребята. Слушай, меня тут попросили что-нибудь сказать на видео, кто-то случайно. И я подумал, может, я тебе привет передам. Я думаю, привет. Привет тебе передаю. Полина, привет тебе. Вот и познакомились. Привет. Мы тебе с видеожары привет передаем. Привет, помаши Полине. Давай, подержу. Привет. Полина, привет. Это так странно выглядит. Стас жив. Ты будешь смотреть, и тебе Стас будет очень странно. Жив. Ну, пока что да. Настоящий Стас Давыдов рядом. Я, конечно, уже, ну, типа, плоховат, но пока еще жив, да. Какой плоховат? С тобой рядом. Стою, общаюсь. Привет себе передаешь, как ненормально. Я могу без очереди подойти сфотографироваться, это уже... Такое случается в жизни. Иногда ты можешь подойти сфотографироваться без очереди. Но ты, Полина, это не забывай, Полина, это тебе привет. Вот, иногда ты можешь подойти без очереди сфотографироваться. Когда, например, нет очереди, это первый случай. Когда ты VIP, это второй случай. Когда ты просто став, это третий случай. Да, четвертый случай, что? Когда ты наглая сволочь тоже, например. Ну, просто, ты знаешь, стоит очередь, и ты такой, подошел. Да. Вот, ну, много разных вариантов есть. Очень важная информация туда. Привет, меня попросили сказать все, что угодно, поэтому я скажу закат. Так что это был Андрей с Сэнди Продакшн. Каждый год традиция на видео жаре кататься на сегвее. Настроение отличное.
Привет. Ой, Гастон! Не надо! Я пойду к маме, и она меня ругает. Все.